Первый гол на первых соревнованиях. В Самаре прошел турнир по футболу, посвященный Дню защиты детей. На поле вышли 4 команды, в каждой 10 человек, мальчики и девочки. Участие приняли воспитанники детских садов промышленного района. Среди них и дети из неблагополучных семей. Готовиться к турниру дошколята начали в марте. Дети приходили к нам в гости раз в неделю, мы их обучали футболу. Ну, физкультурные занятия с элементами футбола. И вот сейчас как апогей непосредственно соревнований. Тренировки проходили в новом зале. В нем начали проводить занятия в сентябре прошлого года. Тогда мальчишки тоже первый раз стукнули по мячу в этом зале. Что сейчас я увидел, это разные вещи. Они тогда кто попадал по мячу, кто не попадал. Турнир для дошколят проводят третий раз. В этом году проект выиграл грант от Департамента физической культуры и спорта. Этот проект получил поддержку департамента, конкурсная комиссия его включила, признала, чтобы его поддержать. Главная цель соревнований – привить детям любовь к футболу и замотивировать их на занятия спортом. Хоть 1, 2, 3, 5 выйдет отсюда профессионалов, то будет замечательно. А остальные будут любить, как многие ребята играют на первенство города, на первенство области, всю жизнь пронеся в своем сердце любовь к футболу. Победителем турнира стала команда детского сада номер 374. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.